И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест. Снова мы ведем свою передачу с этого замечательного оазиса Белоруссии, озера Мичиган. Ну и скоро учеба идет к концу. Сегодня с ребятами мы позанимаемся немного переходом и покажем, в гостях у нас гайдук Андрей, покажем некоторые варианты работы. Ну а с утра для заряда бодрого и хорошего настроения, как всегда, анекдот. Мужик пьяный возвращается домой ночью. В заднем кармане у него, ну еще оставалось в чекушке чуть-чуть. Идет, подскользнулся, короче, упал назад, бутылка в дребезги, ну и осколками порезал себе весь зад. Приходит домой. Удалось ему потихонечку зайти домой, не разбудить жену. Ну и кровь-то хлещет. Заклеил. Встал перед зеркалом, заклеил задницу всю лейкопластырем и лег спокойно спать. Утром просыпается, жена говорит: опять пьянющий вчера пришел. Он говорит: да как, нет, не пил вчера. А что же, все зеркало-то в лейкопластыре. Такая анекдот. Ну а теперь тема дня. Заставка пошла. Ну и Андрей Гайдук, наш известный художник, аэрографист, собственной персоной, сейчас покажет ребятам, как же делается искусство аэрографии в гаражных условиях по очень скорому проекту, да? Да. И вы заметили, приветствие снималось с рук, потому что вот... забрал у меня штатив. Вот. И сейчас что мы делаем, Андрей? Разводим. Смешиваем базовые цвета краски, те, что нам нужны оттенки, ориентируясь по фотографии. Фотография прямо с телефона идет. И вот многие думают, да, что у художника полная квартира разных красок. На самом деле цвета все базовые, да, Андрей? 10 базовых цветов, да. 10 базовых цветов. Ничего лишнего. С помощью которого он набирает путем подбора себе какие-то краски, да? Да, нужные оттенки. Ну вот, как видите, он в сиреневый раз, голубизны чуть добавил. Голубых оттенков, я имею в виду. Да. Как настоящий художник. Как настоящий художник. Павел, да. Голубизны. Нормально. Так, а здесь у нас вот гламурный подонок. Он уже в новом одеянии от МЧС, да, продемонстрируй. Во. Все, пройдись. Вот так вот у нас Виталий жжет каждый день. Каждый день радует нас новыми костюмами. Славик сегодня у нас готовит бампер. Ребята будут тренироваться сегодня делать переходы. Учеба подходит к концу. Сегодня был такой мини-экзамен, завтра будет полный экзамен. Ребята еще об этом не знают. Ну, только вот услышали. Здесь бампер готовит Олег. Скорее всего, он его не доготовит к концу учебы, но прелесть в том, что Олег живет здесь. В любой момент подъедет и доделает. Останется на второй год. Останется. Да! Это у нас второгодник. Все говорят, что у этого парня такое отреченное лицо. Да? Нормально у него лицо. Да. Кто там пишет? Олег у нас просто занимается бизнесом, и у него все время какие-то замуты. Коммерс. Постоянно на звонках. Блин, кто-то ему звонит. Отправляйте туда, пересылайте туда. Короче, весь в делах. Ему не до учебы. Ну, в принципе, так готовит бампер. Уже практически подготовил. Сергей тут прикалывается над всеми, отдыхает сегодня на расслабоне. Да. И... ну что это вы тут делаете? Плюшками балуемся. Да, плюшками. Ну и так вот, пока у нас здесь все готовится, а мы пока с вами посмотрим заставочку. Ну и... всех ждем, кто в Бресте и близ Бреста, 8 числа
по адресу Машинского, 29А, на автомойке. У нас состоится мастер-класс, который покажет Андрей. Это будет настройка пистолетов, да? Да, обучение двух людей, не ведающих в этом, выберем путем жеребьевки. И после получасового обучения посмотрим, что они до обучения нарисовали и после обучения. Ну, не обучение, скажем, а мастер-класс по какой-то одной схеме, по какому-то одному приему. Будут также призы, будет кофе-пауза, печенюшки, кофе, всякое, дела такие. Захотелось. Такие вот кисточки приготовил Андрей. Помыл, пригладил. На ножи похоже. Да, может. Пусиком да. Подыгать. Ну, пока здесь идут приготовления. Так, ну и Андрей настраивает оборудование. Я так понял, подключает влагоотделитель. Тройнички. Да, запустили воздух. То есть это уже у него будет такой вот от нашего художника работа такая. Гаражных условий. Гаражных условий. Да, молодцы. Ну, дядя Лёша все ездит по делам благотворительно. И то есть уже мы почали нашу деятельность, да, и железная дорога, наша любимая, у меня жена там работает, приобрела уже первые 20 билетов. А у нас еще вот такую кучу билетов надо распространить. Вот так вот выглядят билетики. Подключаемся в распространение. Кто сможет среди на своем предприятии распространить, цена билета 50 тысяч белорусских рублей. Это недорого. Подключайте, звоните по телефону, указанному на экране, и мы с вами договоримся, как вам подойти, как приобрести. И огромная просьба, если вы не пойдете, просто хотите как бы внести вклад, тоже сразу говорите, я вас просто свяжу с родителями, детьми, и дам благотворительные счета. Благотворительные счета WebMoney, это будут в описании видео. Ну а Сергей сейчас уже начинает замывать. Ребята изучают, смотрят. Сегодня у нас легкий расслабляющий день. До этого мы потрудились.
Ой, красота! Ай, молодец. Пойдем на улицу. Пойдем, блин. Ой, красота. С личным автографом. Утош. Да, нарисовано вот в этом гараже. Да, чтобы потом, если люди спросят, скажут, Гайдук рисовал у деда Лежи. Красиво вообще, слушай. Шикарно, молодец. 3D полнейшее. На солнышке. На солнышке, наверное, еще красиво. Оно, тут видишь, вот искриночки. О, а это что, ты добавлял, что ли? Нет, это вот то, что мы красили серебряшечкой. И да? Осталось, да? Да, немножко в пистолете осталось, и оно я не стал убирать, потому что как раз вот, чтобы сочетание было с металликом. Интересно вообще. Вот такой вот эффект искрения легкий. Зашибись. Так что ждем всех на мастер-классе 8 мая. Показывай, Андрюха. Пойдем удивляться. Чем он у тебя покрашен? Там всю краску подняло. Серьезно, что ли? Ну, по краям-то, да? Там, где вон, иди, смотри. Вон, иди, смотри. Призрак скорости. Вот там... Аккуратно, а то там... Аккуратно, а то там куски отслоятся. Это пиздец какой-то. Ох ты, блядь. Это же мне понравилось. Нравится? Охеренно просто, конечно. Я тоже смотрю. Я даже в тени смотрел, вообще круто. Блин, вообще. Обманули меня. Нравится? Нет слов просто. С блесточками, и? Не, классно вообще, супер. Ну, у нас день на расслабухе. Сейчас небольшой экзамен проведем и будем вручать дипломы. Олег, передай привет. Передаю привет. Мастер-класс по эффектам. Да. Андрей, тебя видишь, двух камер снимает. Вот такие меня просто. Нет, реально это вот. Можно бодяжить лак на него. Дадим. Да, плакат не будет, чтобы оно вниз было. Чтобы шагрины больше не было. Угу. И у нас солнышко. Все, можете перевернуть. Вот такие эффекты, я считаю, гораздо интереснее. Выглядит все довольно-таки реалистично. Готовлено к покраске было это тренировочное крыло. Тут и подтеки на нем, потому что тут слоев мама родная сколько. Но эффект выглядит вот так. Можно посмотреть, это все под лаком. Выпуклого здесь нету ничего. Но в то же время рисунок смотрится, как будто бы это реальные капли. Как-то так. Пробуйте, кому интересно. Ничего сложного. Так, ну и настал тот момент, когда вы закончили учебу, да? Еще раз хочу повторить. Вы пока не специалисты, вы получили как бы основы, то есть базовые знания, с которыми дальше вам будет просто проще развиваться. То есть что-то будете сами пробовать, что-то у вас будет получаться, что-то не будет получаться. У кого-то у вас сейчас лучше уже получается, да? У кого-то не очень. То есть вы получили базовые знания и... Думать, что вы вышли офигенными специалистами, здесь, конечно, говорить об этом нельзя.
Но по мере того, как вы будете дальше идти по жизни, будете ли развивать вы это, или оставите все как есть, просто как развлечение, как отдохнули, да? Будете дальше развивать, я вам помогу, звоните, пишите. То есть я никуда не деваюсь. Какой дом вы построите на фундаменте, зависит только от вас. Мы здорово провели время, пообщались. Вы также посмотрели город, побыли в санатории. Как вам вообще жилье? Понравилось или так? Ну, пойдет, да? Хорошо. Мне, наверное, больше всех понравилось довести. Ну, да, тебе понятно. Ясненько. Ну, что, все я вам уже сказал, как бы мы будем показушничать уже на видео. Все было круто, вы молодцы. Не теряйтесь, будем переписываться. Вы первые, кто приехал в Брест, отучились, да? То есть ребята уже у меня были, но это было в Рязани. Сейчас учеба проходит в Бресте. Ждем следующую группу. Ну и хотелось бы вручить вам дипломы. А первый получает у нас Арипов Андрей Игоревич. Калинин Олег Александрович. Мало эмоций, мало, ребята. Да. Железняк Вячеслав. Гордюхин Виталий. Ну и Филипп Сергей. Всех поздравляю, так держать, учиться, учиться и учиться. То есть не заканчивайте на этом, развивайтесь, находите новые способы, находите новые технологии. То есть вам вообще флаг в руки, да? Если Деда Олежа немножко застрял в своей песочнице, но чуть-чуть развивается, то есть хорошие базовые знания я могу дать, ну как бы... От высших технологий каких-то, может быть, я отхожу. А у вас все впереди. Учиться, развиваться. Будет вам нравиться это. Изучайте разные технологии, разные методы. Ну, дай Бог, чтобы вам это все помогло. Ну, это все. Первый курс закончил свое обучение. Ребята разъезжаются. Грустно расставаться, конечно, но что поделать. На следующий год, 6 августа, я планирую сделать слет всех учеников. И, возможно, кто-то еще там будет, но это будет не больше 40 человек, наверное. А может быть, если учеников на то время будет больше, то посмотрим. И, наверное, организуем также автобои, ну или что-нибудь, или концерт какой-нибудь. Тоже приурочим его как раз к слету гаражных мастеров. Я думаю, будет интересно. Ну а на сегодня все. Хотелось бы пожелать всем здоровья крепкого, настроения бодрого, ну и, конечно же, добра и бабла.